сами. Обалдеть! Вау! Let's put down this side. Я стройняшка. Вообще такое ощущение, что я похудела вся, как будто я потеряла килограмм 20. And then just give them just a very slow. Okay, very good. Wow. So you get to see the bicep, the tricep, and a little bit of skin looseness right here, but it's still conforming to everything, so. Привет, good morning. I'm Dr. Thomas Hu, and we're gonna talk about Celebrity Arms this morning. This is Tanya, our patient, and Oksana, who is gonna be doing our translating. Здравствуйте, мы сегодня в Тампе, Флориде, с доктором Сю и с Татьяной, которая приехала к нам с Москвы, с России на нашу звездную процедуру «Звездные руки» или «Celebrity Arms», которую доктор Сю изобрел. Okay, so «Celebrity Arms» is a very different type of arm liposuction. Instead of doing just this lower part, which all doctors do, we go all the way around the entire arm, including the shoulder, and it's a very much more complete way of doing arm liposuction. Доктор Сизабелл Celebrity Arms, которые отличаются от всей мировой практики тем, что обычно доктора забирают только низ руки, жир снизу руки, и только 50%, он забирает полностью по кругу все руки максимально и комплексно. Okay. So, there's a number of different reasons why doing everything all the way around is going to give us a lot more benefits. Есть несколько причин, почему его методика так отличается, потому что есть много бенефитов, преимуществ к его методике, которые мы сейчас перечислим. Okay. So the first benefit is when you take fat from everywhere, you're going to get the slimmest or the skinniest arm possible. Первое преимущество, когда он забирает жир, мы забираем очень комплексно и полноценно и максимально, будет видна рука очень со всех худее и подтянутая и меньше, полностью со всех сторон руки. Okay. And the benefit number two is that with removing the fat all the way around, you actually get to see something that other liposuction doesn't create. We're actually going to be able to see the contours of the shoulder, the bicep, triceps. You don't have to talk about all the different muscles, but we get to see the nice, beautiful shapes of the muscle, which is one of our main goals. Второе преимущество делать его липосакцию, как он делает, максимально комплексно. Это то, что как другие не делают. Это то, что результат будет рельефность, будет показываться рельефность мышцы, подтянутость мышцы и тон. Будет красивый тон мышц руки. Тонус мышц руки. Будет видеть мышцы. Да, рельефы всех мышц руки. Okay, benefit number three is that with regular liposuction, doctors are worried that the skin is going to droop and get looser with the more they take. But with the way that we do it, which is very different, that skin is going to pull up to a very large degree. Отличие от другой липосакции, обычно доктора очень боятся, что кожа руки будет обвисать и висеть. Бенефит этой звездной процедуры, то что кожа, когда он заберет максимальный жир, кожа подтянется и будет максимальная подтяжка, то есть не будет ничего висеть. So, there can still be some looseness if patients start off with a lot of looseness, they may still have looseness, but the majority of patients are going to see that significant tightening. У некоторых пациентов, когда уже они пришли с кожей очень поврежденной и висячей, которая уже морщинистая, тогда еще возможно будет провисать после, еще останется такой эффект после процедуры. Но это очень большая редкость. Обычно кожа подтягивается максимально. And the great thing about this is it's done awake. The patient's participating and holding their muscles tight, but they're very comfortable. Еще большое отличие и бенефит этой процедуры то, что пациенты у нас только под местным наркозом, то есть они абсолютно активные
и кооперируется с врачом, он им говорит, какие позиции им руку надо поставить, чтобы получить максимально идеальный эффект. Okay, great. So I'm going to show everybody just on Tanya, you know, what benefits there are. Доктор Сю покажет на Тане, какие бенефиты его процедуры. So we see Tanya has, you know, a lot here, you know, some on the outside here. But even from this direction here, the outer curvature makes her look a little bit wider. Даже с этой стороны видно, что верх руки там ниже придает ей. And when we're finished, it's going to be slimmer like this. Когда он закончит, вот это будет такой результат. And then if we turn her a little bit like this, we can see the thickness, and this will also и вот эта толщина руки тоже lay down a lot уйдет slimmer like this. Сразу после операции. Okay. Это все он заберет. And then we'll do that. Do this. Okay, good. So even though we can see she's strong, we don't see her muscles too much until we do something like this. Даже знаю, что у нее мышцы сильные, потому что она очень тренируется в зале, но их не видно, потому что жир все закрывает. Yeah, I like that. И когда он все уберет полностью, это очень комплексно, максимально, мы увидим весь ее рельеф мышц и тонус. And then from this direction, just relax here, we see that there's a lot of hang right here. This is where muscle is. So when we're done, it's going to be about like this. Now make a muscle. Okay? And then we'll also see some of the nice shape of her. Этот весь жир он заберет. Вот. Her arm muscle like this when we're finished. Сразу, как он закончит, мы видим такой результат. То есть он заберет это всю, весь этот объем. I'm going to show it to you from the back side now. Сейчас сзаду, как он будет. Make a little muscle here. So what we're going to see is something that looks about like this. Результат будет вот такой, что полностью все подтянется, жир уйдет и будет такой результат. Okay. And then turn back around. So what we're going to do is go into our surgery, and later on this video we'll see some before and afters. Мы сейчас пойдем, он будет делать процедуру липосакцию, и в конце нее мы покажем ее до и после фотографии, и также покажем ее конечный результат. So some of the results are going to be immediate, and then some the final results are going to look the best about 3 months out. То есть процесс результата мы увидим сразу после операции, большую часть и то есть эффективность, но самый конечный результат, то есть идеальный результат будет где-то 3 месяца спустя операции. Hey, Tanya. Hi. Hi. So we now, for everybody out there, we just finished. Go ahead. Мы сейчас с Таней, мы только что закончили одну руку. Сейчас мы посмотрим результат, который мы получили. Это мы прям сразу во время операции. How has everything been? Good, good. It's good. Да, было хорошо. Ну, когда обезболивание немножко было, ну как обычные уколы, а так было хорошее все. Okay. Haven't seen anything yet, so come on this way. Таня еще ничего не видела, она первый раз увидит свой результат вот прямо сейчас. Hey, open hand. Whoa! Обалдеть! Wow! Let's put down this side. We probably need to take a little bit more right here, so it's not so sharp. Вы еще сейчас, доделает немножко... Обалдеть! В спортзале проведено несколько лет жизни. Вау! So this is going to pull up even more. This is going to pull up about like this. Это потянется еще больше завтра. Вот это все потянется уже. Это мы сейчас прямо на операции. Обалдеть! Turn around, so facing me. Turn your face. Okay, make muscle. Wow. Okay, so this is gonna fall off like that. Okay. Как красиво. Это все во время операции. Пациент участвует в процессе, то есть он видит результат. Okay, can you drop your arm? Let's turn facing the mirror again.
Вау, как два разных человека. Это очень интерактивная операция. Да, результат, конечно. Окей, we're going to do another arm, we'll come back, okay? Мы делаем еще одну руку, тогда уже к вам вернемся. Hi, Tanya. How you doing? Hi, добрый день всем. Сегодня первый день после моей липоксации, и это сюрприз для меня. Я чувствую себя очень хорошо, и результат на лицо. Я не могу поверить, что это мои руки. Это мои руки, да. Okay. All right. So let's have you take a look in the mirror, and let me take this. Okay. All right. So. Okay. Да, да, результат великолепный. Okay. И, ну, прям, я стройняшка. Вообще такое ощущение, что я похудела вся, как будто я потеряла килограмм 20. Вау, вау. 5 лет я проводила в спортзалах, но такого результата невозможно получить. Вау, it's so nice! Так красиво! Okay, and let's do sideways. Okay, tighten it up. И сегодня только вот второй good. День. Okay, and then face the mirror again. Do the muscle. Да. Okay, you can talk, Таня. Да, очень важно, что вот мое самочувствие очень хорошее, очень переживала, как себя буду чувствовать. Второй день, и на второй день результаты просто ошеломительные. You can relax now. Да, you can relax. Спасибо. Okay. Okay. So this is the next day, and I think things are going to be even tighter, and they're already a little bit swollen in some areas right here, which is going to come down. So we'll do another video about 2 to 3 months out. Okay. Хорошо, да. Через 2-3 месяца мы еще сделаем видео, потому что сегодня еще кожа недостаточно подтянулась. То есть со временем этот эффект будет еще более выраженным, более ярким. Но для окончательно 2-3 месяца. Okay. All right. Bye-bye. Да. До свидания. Спасибо. Yeah. Okay. До свидания. Да. До свидания. Всего доброго. Okay. Hello, everybody. I'm Dr. Sue with Art Lipo, and today we have Tanya here with us. How are you doing, Tanya? Hi, Dr. Sue. I'm doing well. Okay, good. So we're doing a follow-up of a celebrity arms procedure, which we did 1 year ago with Tanya, and we don't have too many one-year follow-ups, but the significant thing here is that we also did our skin tightening, which is called Renuvion. So anyways, Tanya, do you mind if I show them how your arms look? Yes, okay. Sure. Okay, so yeah, let's start off here just with the cheerleader pose. And I think it's very clear that she has some very nice muscle definition. Can you tighten up right here? And then just give them just a very slow. Okay, very good. And if you could see in our previous video, Tanya had a lot of thickness going all the way around, and her skin was loose also. And I think we've gotten a very good skin tightening result. She's actually 50, right? Yes. Okay, or almost turning 50? Yeah. Okay, so anyway, 53. So Tanya's skin was already a little bit loose. And the amazing thing is that without doing any skin removal, like a skin tuck or an arm lift, we were able to get her skin to tighten up really well. So can you show them this right here? Wow. So you get to see the bicep, the tricep, and a little bit of skin looseness right here, but it's still conforming to everything. So do you mind turning around for us? Yeah, so and give them the flex, just tighten it up. Okay, so look at this beautiful deltoid muscle, tricep, bicep. So this, okay, you can turn around again. So basically we have a 50-year-old with loose skin, thick fat, where you could not see any muscle definition, and now we have beautiful arms. Yes. This is what we call the celebrity arms. So Tan, you have the most beautiful arms. 50-year-olds, you probably put the 20 or 30-something year olds to shame, right? Yeah. Yes, absolutely. Okay. Can you tell everybody how this has made a difference in your life? Yes, sure. Я с удовольствием поделюсь опытом. Год назад мы сделали эту репоксацию. Результаты великолепные. Вся кожа подтянута, и именно я нашла и пошла на эту липоксацию, поскольку доктор Сю делает круговую подтяжку. Сейчас, как видите, я ношу открытую одежду.
Я очень люблю теплый трикотаж, и он красиво облегает руку. Я с удовольствием теперь хожу в спортзал, именно теперь, потому что видно все мышцы. Я еще раз с удовольствием их продемонстрирую. И это абсолютно не накачанные мышцы, это результат этой изумительной липоксации. Wow, thank you. And I don't speak Russian that well, but I think that was that you like your results, right? Yes, I like result very much. It's absolutely true. Okay. Yes, it's amazing result and more than I was waiting. Okay. Well, thank you, everybody. And just some final words about Renuvion and skin tightening. Celebrity arms procedure naturally, without any kind of added skin tightening procedure, creates a very significant skin retraction, so that women with mildly to moderately loose skin actually get a very good tightening. In Tanya's case, we had a big change in volume, so and her skin was already loose. So this is an amazing result, and by no means is Renuvion going to give you 20-year-old skin, but it does a great deal. So if you're interested in this, please give us a call. Thank you very much, and we'll say goodbye. Thank you. Thank you. Bye.